Решил еще снять видео по своему Т25. Брал я его, что, по-моему, за 60 тысяч. Это было 13 или 14 год, в 14 году. То есть я начинал на нем косить сегментной косилочкой. Потом прикупил в этот же сезон. Трактор хороший. На корову, на две для хозяйства, блин, идеально, мне очень нравится. То есть что я по нему делал, то ну, двигатель я перебрал, наверное, позатом году весь полностью, возил мотор, насос я поставил на второй, на третий год, мозги мне стал парить по солярке, но скорее всего это была солярка. Но этот топливный насос тоже идеальный, то есть работает все нормально. Резину я на нем поменял. Переднюю не помню, что это 2500 что ли. Задняя 11 или 10 тысяч я брал. Сиденье переставил. Здесь тоже было такое колхозное, поставили с комбайна. Пацаны мне притащили. Кабина так и была. Стекла я уже сам. Заднее не было, боковое потом ставили, тех два выбиты были косилкой. Стоит у нас центральный цилиндр, вот сейчас он с такой бараной, там баранили, посадили гектара полтора, наверное, под сенокос. Вот поставил такую, кому интересно, сетку сделал, это под роторную косилку нашу польскую. Резину я через год или два поменял. Совсем недавно вон купили стартер. Это китайский, типа, по типу магнитону аналог якобы. Стоит сотый аккумулятор. Заводит он его спокойно. Нормально. Единственная проблема еще, так руки не доходят доделать, это декомпрессор. То есть фокус в чем? Я НШ-16 поставил и поставил трехсекционный. Здесь родной двухсекционный распределитель стоит, а я поставил трехсекционный. Из-за этого как бы у нас и телегу поднимает, и центральный этот цилиндр стоит вместо центрального винта. Свет поставили туда, и здесь работает. Вот такие тоже переделал. Сделал уши. Зеркала, это тоже выбито косилкой. Ну, вот такие зеркала сделал, они так вперед выдвигаются, чтобы при, если в лесу ехать, не мешали. Вот так они должны быть маленько вперед. Вот. Это уже специалисты так, мои трактористы сделали. Садится, мешает и этот. Не помню, откуда-то мы их брали, то ли с пазика, то ли с газика. Они были большие, здесь обрезали, сделали уши. И так, коробку мы недавно перебирали, там несколько шестеренок. Реверс не трогали. Выскакивало. Выскакивало, перебрали. Там фиксатор этот. В общем, больше регулировать надо было, чем перебирать коробку. Ну, сделали и сделали. Так что, вот такой тракторок. Очень-очень мне нравится. Офигительный трактор. Хоть и восьмидесятких, но для себя лично, для удовольствия, как бы для сельского хозяйства, да, да даже для моих 100 овец. Данного трактора, тракторка хватит. Так что как-то вот так. Если даже буду что-то продавать, то надеюсь, что его в последнюю очередь продам. Так что кто, у кого какие есть дополнения, прав, не прав я ж, пишите в комментариях, нравится, не нравится такой тракторок. Сейчас, да, они, блин, значительно стоят. 100 тысяч, мне кажется, в таком состоянии уже не найти.
время идет, дешевле, как тут сейчас прочитал в интернете, снижать цену на бензин правительство Российской Федерации не собирается. Ладно, не нам это решать. Наша, как сказал Юрий Степанов, наше дело телячье. Обоссался и стой. Сейчас покажу теперь, как он у нас заводит. Долго не мог найти эти рычаги на распределитель. Кому интересно, я скину ссылку, попробую найти. Покупал какой-то ремкомплект на этот распределитель. Там были в комплекте такие рычаги, то есть поставил. Да, можно самому сделать, как бы, ну зачем заморачиваться, они с комплекта сюда 500-800 стоят рублей. И не мог найти, хотел в разборе свои родные рычаги эти найти, не мог ни в разборке, ни в запчастях, долго не попадались. И еще проблема с вот с этими грузами, то есть вот эти передние противовесы хотел добавить раньше, я в этот не раньше, она у меня есть, валяется стрела на заднюю навеску с цилиндром большим, которую мы сделали для погрузки сена, и раньше им сзади на навеске грузил рулоны ПРФ-ские, вот эти 200 килограмм, и на вытянутую стрелу он как бы встает на дыбы. То есть хотел добавить сюда противовесов, долго искал, также по объявлениям, блин, редко попадаются, и как бы проблема с ними, в общем. Покупать, не знаю, есть они в продаже, я ни разу не видел. Ну, вроде бы. Да, он Игорек баранил, стал. На дыбки сломали. Всю поменять пришлось. И цапфу поменяли, и вал вот этот цапфу поменяли. Что-то он сейчас у нас около 2000, вот этот вал, а цапфу 2500. А ту старую отдам. Токарю пересверлить, сделать. Пускай валяется в запас, пока есть возможность. То взял новую. Ну ладно, вроде все, что хотел.